потомство грызунов. Я вижу, как шевелится грязь. Почва сгнила. Больше ничего не растет. О мальчике, который вдруг проснулся в пещере. Там же он обнаруживает загадочную записку и пистолет. А затем преодолевает путь через различные препятствия. Леса, поля, реки. Наконец он натыкается на небольшую лачугу. И тут оказывается, что все вокруг плод его подсознания, потрясенного детской травмой. Он убил парня, который погубил его отца. В настоящем же мире он все это время пускал слюни, лежа в психушке. Понимаешь? Такой поворот, конечно, в диковинку, но, думаю, народу понравится. Можешь накидать мне эскизов? Если ты заинтересовался, я вышлю подробности. Честно говоря, я хочу, чтобы именно ты взялся за эту работу. Это принесет хороший доход. Да и к тому же ты отвлечешься от, ну, знаешь, всего остального. Пожалуйста, ответь мне как можно скорее. Томас Калдвелл. Преследователи-имитаторы. Тук-тук-тук. Не впущу их. Осталась только одежда. «23 мая. Как два человека, которые когда-то любили друг друга до безумия, могут стать такими чужими? Мой муж перестал со мной говорить. Он сидит в своей мастерской,
усердно отрабатывая одну неудачную картину за другой. Он даже не ложится со мной спать. Мне кажется, я ему противна. Этот взгляд, которым он одарил меня на днях. Жалкий, болезненный взгляд. Смесь стыда, вины и отвращения. Я поняла, что в глазах моего супруга я стала чудовищем. Такое не должна испытывать ни одна женщина. Я должна быть хорошей женой, поэтому мне не остается ничего, кроме как воплотить его фантазии. Если он считает меня чудовищем, что ж, так тому и быть. «15 сентября. Сегодня еще больше записок, даже хуже, чем до этого. А самое грустное то, что я согласен с каждым словом». Уродина? Уродина? Ты заказала правдивый портрет. Вот я и нарисовал, шлюха. Может мне вбить твою тупую башку немного художественного вкуса?
Шус. 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 Да, слушаю. Что? Что? Пожар? О, Боже! Она? Какая больница? Я уже еду. Уважаемый господин, откровенно говоря, ваше письмо не стало для меня неожиданностью. Коллеги сообщали мне, что ранее вы также обращались с подобным вопросом к ним. И я понимаю, что для пациента вполне нормально просить взгляд со стороны. Думаю, 16 отзывов вам будет достаточно. Из уважения к вам и вашей жене, я досконально изучил это дело и вынужден согласиться с коллегами. Непроизвольные мышечные спазмы не редкость у людей, получивших такие сильные ожоги, как у вашей жены. То, что вы называете странным оскалом и нервными визгами, и на эти определения вполне можно было бы обидеться, может быть последствиями повреждениями нерва. Впрочем, маниакальный смех, который вы упоминали, относится скорее к отклонениям психическим. Посттравматический синдром – это явление довольно распространенное, и ничего постыдного в этом нет. Что касается требований вылечить вашу жену, то вы должны понимать, все пережитое нельзя отменить одним щелчком. Это долгий и кропотливый процесс, и без вашей поддержки тут не обойтись. Вы всегда можете связаться со мной или с кем-нибудь из моих коллег, чтобы обсудить долгосрочную программу реабилитации. Искренне ваш, Роберт Ричардс, доктор медицинских наук. Очередной гребаный шарлатан. Хлопающий ужас. Тихо. Постоянно хлопают крыльями. Едят других крыс.
В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не делайте глупостей. У нас еще есть возможность выиграть это дело. Хотите верьте, хотите нет, но я вытаскивал клиентов еще и не из такого дерьма. Просто не усугубляйте ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Этот социальный работник определенно точит на вас зуб. Можно его использовать в своих интересах, выставив вас жертвой системы. Скорбящий муж, секундное помутнение рассудка, переусердствовавшие бюрократы. Поверьте, это лучший вариант. Учитывая все, через что вы за последнее время прошли, у нас есть шансы 50 на 50. Но только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что сошли с ума. Никаких больше выходок, никаких оправданий. А лучше вообще не показывайтесь на людях. Вы еще можете побороться за свою до... Они тихо плывут, засоряют канализацию, шерсть в воде. Не буду принимать ванну. От любви до ненависти. Мужчина арестован за похищение собственной дочери. Ранее сегодняшним днем
тихий мирный район лицезрел сцену, будто списанную с криминальной драмы. Социальные службы вместе с вооруженными полицейскими нагрянули на резиденцию некогда знаменитого художника, который в недавнем времени овдовел. По всей видимости, мужчина ворвался в детскую больницу в центре города и скрылся с маленькой пациенткой. Наши источники заявляют, что на самом деле девочка была дочкой злоумышленника, которого ранее выгнали из больницы после семейного суда. После того, как переговоры окончились неудачей, боясь, что мужчина может навредить ребенку, полицейские штурмом ворвали здание и задержали подозреваемого. Свидетели заявляют, что когда врачи выводили девочку из дома, мужчина упал на колени и стал выкрикивать: «Пожалуйста, она все, что у меня осталось!» Поистине трагический поворот дела. Расхитители тел, что кормятся на мне, изводят мой разум. Не сбежать все ж во тьме. Висящий кошмар. Выжидают, жаждут. Шерстистые пиявки. Боюсь смотреть вверх.
Мне нужно было отделить плоть от кости. Поначалу я растерялся, не представляя, как это сделать. Но потом отпилил ее ручной пилой, сварил и положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец, я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Я ненавижу, даже сейчас, потерянным, одиноким, безнадежным. Всегда будешь. Нелепое непонимание. Закончи ее. Так не пойдет. Давай еще раз. И не смотри так. Что делаем, когда не получается? Пробуем снова. Ты ведь умеешь лучше. Садись. В этот раз мы нарисуем совершенство.
Эй, подожди. Какой сегодня день? Воскресенье? Хочешь сказать, что я? Тогда почему ты не пришла и не позвала меня? Черт побери, ты же знаешь, что я с головой ухожу в работу. Дети в браке. Руководитель по семейной жизни. Ожидайте неожиданностей. Повседневная магия родительской жизни. Новая книга Молли Пирс обязательно к прочтению тем, кто ожидает первенца и хочет создать счастливую и здоровую обстановку в семье. Закажите сейчас и получите в подарок сборник мотивационных кассет «Сил хватит. Часть 1 и часть 2». Боже милостивый, ты что, скупила полунивермага? Дорогая, ты же еще даже не знаешь, кто родится. Мальчик или девочка? Паршивые мыши, яркие пятна крови, волос не мой. Где ножницы?
ты снова победила. Ха, иногда я думаю, что не стоит даже начинать. Хорошо, что мы не делаем ставок. Что? Что смешного? Под кустом голубики, что подле ручья, жила утка и странную жизнь волокла. Как другие плескаться в реке не желая, вырывала чужие сердца, пожирая. Thank you.
Ай! Что это за дрянь? Ой, прости меня, принцесса. Нет, 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 не плачь. Мы купим тебе новую. Или даже лучше, папочка купит тебе еще одну куклу. Так что у твоих кукол скоро появится новая подружка. Прошлой ночью мне приснился прекрасный сон, что он пришел ко мне и обнял меня, и любил, как прежде. Но каждый из нас знает, что все это время, пока мне снились эти глупые сны, на самом деле он жаждал тебя. Пушистые притворщики дразнят меня. Лежат, не шевелясь, среди игрушек. Запрещаю все игрушки! Thank you.
Это была особая кисть, похожая на конский волос, но другая. В тот момент я засомневался, сработает ли. Ну нахер, полдела сделано. Да и вряд ли у меня есть путь назад. Хотел бы сразу уточнить, что данная полка открывается только при повторном прохождении, причем с той же самой учетной записи. Ненавижу, даже сейчас, потерянным, одиноким, безнадежным. Ты всегда был одинок, всегда будешь. Надежда, фатальной ошибкой, закончи ее.